Надо искать свою личную точку взгляда на мир. А это непросто. То есть для этого нам надо найти лично свое. Не плыть по течению, не увлекаться тем, чем увлекаются другие. Надо дать любому человеку возможность своеобразно ему развиваться. Ну, это надо увидеть, это вообще непросто. Нет, это не надо даже видеть. Это должно быть так готово вообще в нашем обществе. Вот кто как хочет, так пускай развивается. Главное не давить, да? Да, да. А не то, что вот пришли по линейке, стали, сели, встали, ушли и так далее, и там... Оценки, лозунги. Ну, тогда школа является большой проблемой, если вы вот так. Школа небольшая проблема. Школы не должно быть, и все. Тут конец цитаты называется. Да, это моя цитата. Потому что школа нивелирует, да? Школа уничтожает личность.